Привет всем! В этом видео я не буду показывать свой аквариум. Хочу у вас спросить совета у подписчиков, у гостей канала. Мой 72-литровый аквариум порядком уже мне надоел. Ну и пора на какие-то другие объемы переходить. Вот. Я принял решение заказать себе аквариум на 200 литров. Вот. Какой это будет аквариум, скоро я вам покажу. Также будет новая тумба. Вот. А габариты аквариума, который я заказал, метр длина, 50 глубина и 45 высота его. Вот. Аквариум будет из стекла десятки, простого марки М0. Вот. Вопрос следующего рода. Кто сталкивался с такими аквариумами? Может быть, у кого-то есть такой аквариум? Можно ли этот аквариум использовать без ребер и стяжек? Ну, стяжки однозначно я отметаю. Но ребра, человек, который мне будет изготавливать, мы договорились таким образом, что он мне их положит в аквариум и силикон, и я сам смонтирую их, если вдруг будет выгибаться стекло. Так вот, ребята, пожалуйста, кто сможет подсказать, подскажите мне, возможно ли вообще использование такого аквариума в таких габаритах без ребер жесткости? Вот. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Жду от вас подсказки. Спасибо большое за внимание.